Тайминке, и мы будем читать 5 сказок народов Таймыра, фенцев, ненцев, многоносанов, иленков и долганов. И, конечно, то, что Норникель делает такой проект, очень круто. Появляются не на пустом месте, они появляются на таких экологических смерах, которые сейчас проходят в Лапландском заповеднике. С каждым годом волонтерское движение норильского никеля растет, волонтерских команд становится все больше и больше, и экосмена в этом году – это наш добрый эксперимент, новый формат под открытым небом, волонтерский лагерь. Это эмоциональная площадка единомышленников, созидательная площадка, площадка друзей, где, конечно же, не обходится без костра, песни под гитару. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Та поездка, которая будет, она для большинства людей она впервые, вот, потому что так просто, наверное, тяжело собраться, вырваться и съездить на Норильск. Вот, а здесь как раз такой опыт. Хотелось бы, наверное, посмотреть все эти большие объекты, заводы, как добывается, что-нибудь нам расскажут, наверное, интересно. Вот. В целом, конечно, в таком легком предвкушении. Я бы, наверное, хотел что-нибудь привезти особенно оттуда, потому что как бы... Потом, если что-то рассказывать, да, то вот что говорить, это вот, да, был Норильск, и вот как раз поделиться впечатлениями о городе, о всех событиях, которые происходили там. We will take a trip as a team to visit our sponsor Norniker. You know, we are happy to go there and visit who supports us, and you know, we have some fans there, and we are anxious to meet them. You know, hopefully it will be good weather. I don't know if it's gonna be cold or warm. Don't really know, but you can help. Yes. Maybe. Норильск. Норильск. Встречай. Встречай. Норильск. Встречай.
полезно, огромные заводы делают люди очень полезные вещи для страны. И если честно, очень интересно посмотреть, как происходит вот этот розлив Эйнштейна, как я понял, как мне объяснили. Очень интересно и довольно-таки полезно. Впервые в моем опыте.